Журавлевым. Елагин вроде бы эту борьбу выиграл, но подстраховал Журавлев, его партнер. Прострел довольно опасный, довольно хороший. Через Малахова начинается уже наступление полноценное. Рязани, удар поворотом. Доровских, добивание не получается. И снова первая передача неточно оказывается. Это уже неприятно, потому что мяч в штрафной площади. Малахов под правую. Удар, рикошет, Доровских. Ним опасно, Доровских не стал снова играть на выходе. И удар поворотом выше. Аут. Малахов. Новичков. Оставили его там с прошлого эпизода одного. 1-0. Малахов справа очень активен, 17 номер, и снова он получает мяч, убирает на замахе Елагина в штрафной. Удар Доровских, еще удар и снова Доровских, Вячеслав Доровских. Это передача у Роберта, а вот теперь необходимо держать Журавлева. Журавлев один против двоих, Журавлев штанга, еще у Журавлев. 2-0. Это неправда. Это неправда. Малахов штрафной. Малахов очень опасно. В ближний угол хотел пробить. Не попал. В одно касание с Емельхановым. Емельханов снова ищет направо партнера. Мамкин удар. С удовольствием этот матч посетят. Тем более, что будет выходной. Посмотрите, какая передача. Момент. 2-1. Знаете, такой прям затяжной был, что пришлось несколько секунд даже понаблюдать за тем, как в итоге, если это бывает, это крайне редко. А вот теперь передача классная, в штрафную врывается Рязанцы. Доровских, момент, выбивает. Ускользнул. Момент, Доровских. Ух, какой. Длинно вперед. Бабенков проиграл эту борьбу. Журавлев. Я думаю, что будет поинтереснее. Емельханов штрафной мяч посылает. И он даже идет в створ ворот. Бабенков уже готов был. Есть вот этот розыгрыш на ближнюю. Открылся Пухов. Емельханов поворотом бьет в ближний угол. Это который в составе Воронежа. Ох, опасно. Доровских выходить надо. Доровских. Проявил, и опять же преимущество Рязани не было подавляющим, а вот то, что происходит сейчас, это финальный свисток по Павла Шишкина.